И дан старт призу элиты. Тамплиер принимает здорово. Но вести он не будет. Вперед выходит Аркинстон. Тут же тамплиер. Едут, по всей видимости, тихо. Тамплиеру это не на руку, потому что он гонит Проскурин. Но и сидеть далеко Хамзат Улубаев тоже не будет. На третьем месте Скайлорд. Палекс четвертым. Александр Иванской-младший его сдерживает. Тут же Мамай. Полевой стороной эксперимент. Всего лишь пятым. И замыкает скачку Паджеро. Сергей Николкин его тоже сдерживает. 26, ну не совсем тихо, но и не сказать, чтобы очень резко. Такой средний хороший пейс. Хамзат Улубаев лидирует на тамплиере, сдерживая его. Скайлорд тут же вторым по бровке под седлом Адама Шегушева. Далее Аркинстон, Палекс и эксперимент. Мамай на предпоследнем месте и замыкает скачку Паджеро. В повороте Скайлорд за счет движения по внутреннему радиусу выходит вновь вперед. Тамплиер тут же вторым. Третьим Мирбек Мамуров и Аркинстон. Мамай выходит на четвертое. Юрий Кулинич. Далее Палекс и эксперимент, что интересно. Экспериментальная езда на нем в этот раз. И замыкает Паджеро. Лошади выходят на противоположную прямую. Тамплиер продолжает довольно сильно налегать на повод. Хамзат его продолжает сдерживать. Ну, в порядке он, в порядке. Скайлорд лидирует с преимуществом корпуса 3. Вторым тут же тамплиер. 34 вообще пешком едут. Да, нельзя по такой скачке далековато сидеть. Это опасно, это мы уже не раз видели. И правильно делает Хамзат, что не оттягивает. Никаких бросков по такой резвости сделать даже на 2400 нельзя. На третьем месте Аркинстон, далее Мамай и Палекс. Эксперимент отпал. Итак, Скайлорд лидирует и тут же тамплиер. Тамплиер захватывает Скайлорда и выходит вперед. Выход на финишную прямую. В руках едет Хамзат. Ну вот тут он чуть-чуть так шевельнул тамплиера, и тот, отзываясь на посыл, выходит вперед и уверенно лидирует по финишной прямой. Оглядывается Хамзат назад, никакой угрозы там нет. Аркинстон будет атаковать Скайлорда, ну или не будет, где там еще Палекс. Палекса тоже не видать. Ну что же, в общем-то, без сюрпризов, тамплиер легко выигрывает приз элиты. Скайлорд вторым, Аркинстон третьим, четвертым Палекс, пятым Мамай, эксперимент и Паджеро.